Я вчера выпустил видео о том, что мне пришлось пообщаться вновь с украинско-польскими, чешскими мошенниками. Вот. Ну и это продолжение. Так вот, кстати, хочу рассказать последствия. Последствия, с которыми я столкнулся по истечению нескольких лет. То есть они меня вышли со мной на контакт по истечению, ну, лет 6, наверное, я думаю. Вот. И во всем этом виновата вообще-то моя любознательность относительно криптовалюты и сеть приложения ВКонтакте. Не хотел дискредитировать, но придется, потому что там и до сих пор, блядь, хватает их. Так, как я думаю, конечно, там постоянно блокируют. И, кстати, я это знал, и я после того, как зарегистрировал когда-то много лет назад свой профиль, я через, наверное, год или полтора перестал пользоваться. Почему? Потому что очень понял, что очень много мошенников. Самое главное, были проблемы с загрузкой видео. Вот. И вновь потом начал пользоваться, потому что и раньше была куча людей, которые популяризировали ВКонтакте и лажали одноклассники, считая, что в одноклассниках сидят только старики. Но на самом деле в одноклассниках гораздо меньше мошенников и работает более устойчиво, и меньше проблем, и служба поддержки там работает. Вот.